Китайские производители трудятся, не покладая рук, чтобы порадовать нас с вами доступными устройствами, и это дает свои плоды. В преддверии Нового года и рождественских праздников одним из таких плодов стал новый смартфон GIU G4 Advance. Дизайн у смартфона простой, эдакий глянцевый пластиковый брусочек белого цвета с закругленными краями. В руке лежит комфортно, сам корпус металлический, а задняя крышка выполнена из пластика. Экран прикрыт защитным стеклом, и не просто стеклом, а всем известным Gorilla Glass. Он надежно убережет не только от серьезных повреждений, но и предотвратит появление мелких царапин. Комплектуется аппарат крайне скромно. USB-шнур и зарядное устройство. Все остальное необходимо докупать отдельно. Кнопки и порты разбросаны по всем граням, причем разъем microUSB расположен снизу, наушники подключаются сверху, звук регулируется качелькой на левой стороне, а кнопка включения или блокировки расположена на правом торце. На передней панели имеется 3 сенсорные кнопки – меню, назад и домой, а также 3-мегапиксельная фронтальная камера, голосовой динамик, датчики приближения и освещенности. На тыльной стороне имеется громкий звуковой динамик и основная 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Камера обладает автофокусом и цифровым зумом. Что касается качества фотографий, то все достаточно неплохо. Шумы могут появиться лишь в вечерний период времени. Однако другого и не следовало ожидать от телефона. Под задней крышкой скрыт аккумулятор, слот для карты памяти и 2 слота под сим-карты с поддержкой стандартных GSM-сетей и сетей 3-го поколения 3G. GIU G4 обладатель большого сенсорного экрана с IPS OGS матрицей диагональю 4,7 дюйма. Технология OGS означает то, что и защитное стекло, и матрица объединены в одно целое. Изображение порадует высокой контрастностью и яркостью красок, а разрешение 1280 на 720 пикселей, хорошей резкостью и детализацией картинки. Тачскрин выполнен по емкостной технологии и, естественно, поддерживает технологию мультитач с распознаванием до 5 одновременных касаний. Батарея, которая идет в комплекте, способна обеспечить длительное время работы смартфона без подзарядки. Ее емкость составляет 3000 мАч. Теперь не стоит беспокоиться, что устройство быстро разрядится посреди рабочего дня в самый неподходящий момент. В основе аппарата лежит хорошая начинка. Это 4-ядерный процессор Mediatek MT6589T с тактовой частотой 1,2 ГГц. Он давно уже нам известен из других обзоров и заслужил немало положительных отзывов благодаря своему быстродействию. Графический ускоритель основан на мощном видеоядре PowerVR GX544. На борту имеется 2,2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. G4 Advance за время тестирования нам удалось прогнать через бенчмарк AnTuTu, где он показал достойный результат 16 372 балла. Да и в Citadel от Epic аппарат проявил себя хорошо. Ну а как же полевые испытания? Где игры, скажете вы? Конечно, их мы не обошли стороной. Особых глюков и тормозов не обнаружено. Итак, что мы имеем? Относительно недорогой смартфон с мощной начинкой, способный без запинок воспроизводить HD-видео и запускать самые современные и тяжелые игры. Богатые функциональные возможности, а также отличное качество сборки и используемых материалов. Мы желаем вам веселых новогодних и рождественских праздников. Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы, а мы приготовим для вас новые обзоры. До новых встреч!